Лёх, привет. Привет. Скажи, пожалуйста, свою историю знакомства с группой «Сектор Газа». Ну, на самом деле, как с любой музыкант 90-х годов, нужно было иметь какие-то ориентиры. И я тогда очень любил такой наш панк-рок, потому что с Западом у нас были большие проблемы. И мне показали «Сектор Газа». Я с первого дня, в общем-то, был влюблен в эту команду. И не стыжусь того, что до сих пор для меня эта команда очень авторитетная. И, ну, с того времени, в общем-то, и по сегодняшний день рука об руку, так сказать, вместе. А скажи, почему ты выбрал именно песню «Life»? А потому что, оглянувшись вообще назад по своей жизни, я понимаю, что, ну, я не смог бы описать свою жизнь так, как она описана в этой песне. Очень все, очень точно и очень коротко, и, ну, очень-очень емко. Ну и скажи пару слов для нашего официального сообщества «Сектор Газа» ВКонтакте. Ну, ребятки, я хочу сказать, что все те, кто любит группу «Сектор Газа», не... Знаете, что на самом деле таких людей очень-очень много, и вы идете очень правильной, на самом деле, такой дорогой, которая... В каждой песне есть что-то настоящее, очень хорошее. Держите это себе, храните, и всем хой. Спасибо тебе огромное. Спасибо.